Гороскоп на 1 июня 2021 года по знакам зодиака. Астрологический прогноз составлен на 1 июня 2021 года, Московское, GMT плюс 3 часа. День будет трудным не в физическом плане, а в эмоциональном. В течение всего дня вас будут окружать люди, излишне требующие вашего внимания. Это помешает сосредоточиться на решении важных дел. Стоит решительно оградить себя от общения с такими людьми. Полнолуние только усилит эмоциональное напряжение и может спровоцировать нервный срыв. Хороший сон способен снять накопившуюся усталость и напряжение. Овен, для вас это не самый комфортный день. Раздражает неспешный ход событий, не радует и необходимость разбираться с проблемами, возникшими не по вашей вине. Возрастает ответственность, вы понимаете, насколько дорого обойдутся вам возможные ошибки, и теряете уверенность в себе. Телец, от вас этот день потребует не просто оригинальных решений, а почти гениальных догадок. Беда в том, что источниками вдохновения звезды вас не балуют, и хорошие идеи появляются несколько реже, чем нужно. Окружающие смотрят на вас с надеждой, они совершенно уверены, что вы решите все проблемы, близнецы. У близнецов появляется шанс одержать верх над конкурентами. Сегодня представители знака показывают себя исключительно с лучшей стороны, и даже предположить трудно, что у близнецов есть какие-то слабости. Недоброжелатели отступают, а новые знакомые не могут остаться равнодушными к вашему обаянию. Рак раков ожидает очень интересный день. Вы отлично справляетесь со многими задачами благодаря острой интуиции, способности моментально прочувствовать любую ситуацию, пока другие обдумывают ее. Удается разобраться в своем окружении и понять, кто является вашим другом и откажет в помощи, а кому лев. Первая половина дня складывается очень неровно, отличается серьезной нагрузкой на нервную систему и становится настоящим испытанием для самых восприимчивых львов. В это время вы будете особенно остро нуждаться в отдыхе и покое, но возможность насладиться ими едва ли появится. Дева, вы не раз окажетесь в сложном положении, этот день складывается не слишком удачно для дев, больше склонных к логическим размышлениям, а не эмоциональному восприятию действительности. То и дело возникает ощущение, что вы не успеваете за развитием ситуации, отстаете от окружающих, пропускаете. Весы, день складывается ровно и легко. Ваши цели разумны и достижимы, поступки обдуманы, высказывания уместны и своевременны. Возрастает авторитет, к вашему мнению готовы прислушаться люди, занимающие высокое положение. Возможно начало сотрудничества с новыми партнерами, причем на очень выгодных. Скорпион, начало дня принесет немало испытаний. В это время вы значительно сильнее, чем обычно, подвержены негативным эмоциям, легко теряете самоконтроль. В результате любая мелочь разрастается до катастрофических масштабов, вы совершенно теряете покой. Стрелец, день нелегкий, но интересный. Вам придется стать невольным участником нескольких сложных и рискованных затей. События будут развиваться не самым благоприятным образом, но после нескольких неудачных попыток вы все же найдете верный путь к цели. И следом за вами устремятся неожиданно многочисленные козерог, вас ожидают неприятные новости. Главное, не впадать в панику. Если удастся сохранить контроль над собой, вы найдете способ использовать полученную информацию в собственных интересах. Старайтесь меньше говорить, никому не доверяйте своих секретов. Излишняя откровенность в беседах с сомнительными водолеями, вас ожидает множество встреч и разговоров. К вечеру вы наверняка устанете от общения и захотите побыть наедине с собой. Сосредоточиться на делах довольно трудно, и дело не только в том, что вас часто отвлекают, но и в том, что чужие дела интересуют вас больше, чем собственные. Могут возникнуть рыбы, легкий, удачный и приятный день. Вы чувствуете необыкновенное воодушевление, эмоциональный подъем. Во многом благодаря этому вам сравнительно легко дается решение сложных проблем, работа спарится. Ваши успехи вызывают у окружающих лишь радость, у вас появляются союзники, которым можно доверять.